Что считай, вот утки и тут плавают, и там плавают, везде утки. Утиное царство такое-то. Так, лебеди, где лебеди? Ай, 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 я... Ай, подолом в лужу зацепила. Ай, ай. Посмотри, какая классная. Ну, только ноги подрезанные. Нет, они не подрезаны. А, вон там лебедей. А, это просто закрывают, да? Так, я иду лебедей ищу, а они все уплывают. У них кормят там. Вот эта вот лодка «Метеор», которая, я говорила, на крыльях. На чем она? На воздушных? Не, на крыльях, да. Считается лодка на крыльях. Пойдем через... Оксана смотрит ролик «Рожок». Как с собой же. Нам баклажаны было на картинке 6, спрашивали, должно быть 6, принесли 5, зажали, не доедим с Оксаной. Выложила, да? Чего выложила? Вконтакте фоточки свои. Фоточки, да. А я еще никак. Как чай в кишмише? Даже еще не попробовала горячую. На блепихой отдают. Да? Ну как? Приятно. Спасибо. Приятно тебе. Спасибо. Спасибо большое. Какая красота. Очень. Мы съедим? Я надеюсь, что да. Вот и худей с вами. Но это же овощи. Да все овощи, вот это вот тоже овощи, все жирное, все. Ну ладно, красотень. Да.